Всем привет! Вы на канале Калиба Драйвер. Меня зовут Артур. Погнали! Приехали мы, друзья, на загрузку. К сожалению, не могу сказать куда. Даже не могу назвать город, потому что были уже у нас малюсенькие проблемы с видеосъемкой. Поэтому сейчас мы снимаем крышу. Погрузка у нас верхняя. А едем мы, кстати, сюда на загрузку. И там машины, короче, нам, ну, фарами моргают. Один, второй, там, третий. Я папе говорю: видишь, пап, мы уже едем на загрузку, нас уже узнают, люди с нами здороваются. А оказалось, там впереди просто стояли полицаи. Вот так. Загрузили нас, документы мы получили, пломбу мы поставили. Дядька впереди тоже пломбу ставит. Погода супер, солнце светит наконец-то, уже этого снега нету. Улетели белые мухи и пришла хорошая погода, солнечная. Хочу представить вам инновационный ремонт дороги. Вот как могли, так и закрыли скатами. Это капец. А, ужасно. Ужасная дорога, ребята. Вы смотрите, это, что тут творится. Позорище. Комментирует что-то человек, тоже снимает. Ребятки, вы не против, если я сейчас разогрею еду, составите мне компанию? Наверное, подумали, что вот только видео началось, не успели проехать, наверное, и уже кушать сели. Нет, друзья, на самом деле мы сейчас приехали на границу, мы Молдова, Украина. Проехали мы сколько, получается? Ну, где-то за 5 часов мы проехали. Да, где-то за 5 часов мы проехали вдвоем с папой. Сейчас оформляемся, транзит через Украину. Смотрели по интернету сводку с границ. Калейка там уже собирается потихоньку. Самое обидное, что доедем, блин, будем ехать сейчас всю ночь. Сейчас, кстати, время уже 18 часов почти, без 20:18. Да, о чем я? Будем ехать сейчас всю ночь, приедем там, а там калейка ненормальная будет 100%. А нам в четверг на загрузку обратно. Сегодня понедельник. Новосельский район. Село Мамалига. Проехали мы таможню, друзья. Время 18 часов 15 минут. Быстро нас оформили. Без пломб, без дополнительных пломб. Без ревизора, как они любят. Без рентгена, все в нашу пользу. Ну что, друзья, мы это сделали. Кто молодцы? Мы молодцы. Вот мы на растаможке. Нас растаможили, мы все успеваем. Прям все стик в стик, как надо. Никто в нас не верил, но мы все-таки успеваем. Сейчас снимаем пломбу. Срываем нашу пломбочку сейчас и относим агенцию. Все-таки какие пломбы у нас мощные. Можно. Остановились мы, ребята, заполнить наш бокс за дороги, заплатим. Куча денег уходит на эти дороги. Каждый раз пополняй, пополняй. По 200 злотиков, по 200 злотиков. Если еще бы хватило эти на рейс. Зарядим мы сейчас по кофейку. Не торопитесь. Заказчик отменил погрузку. Вот такое сообщение мы получили, ребятки. Вот как вот так вот можно. В общем, взяли мы с Молдовы, взяли мы груз на Польшу. Загрузились, а в понедельник, получается, мы тронулись сюда, в Польшу.
гоним как ненормальные, потому что нам сказали, что в четверг нужно уже быть на загрузке в 7 часов утра. И если мы там не будем, 7 часов утра будет, короче, платить штраф. Вот нас запугали со всех сторон. Мы в график вписываемся, потому что сегодня уже вот вторник. Я особо даже видео не снимал по дороге, потому что мы с папой чисто ехали, как бы торопились. У нас и колесо пробили по дороге. Фоторадар, будка, видите, какая? И галейка была, и там на таможне, и... В общем, как обычно, все это. Но дело не в этом. Дело в том, что вот мы едем, программу мы успеваем. Говорят, что так и так, мол, отказались от заявки, типа они нашли подешевле, можете вы нам предложить такую же сумму. Короче, там копейки какие-то, знаете, вообще буквально прям смешная цена. Прям вообще копейки предлагают, говорят, если вы берете, то да, если нет, то мы отказываемся. Естественно, мы не соглашаемся вот на это. И теперь вот нам придется тут остаться в Польше. Но мы-то ехали сюда вот именно ради этого. А прям настроение вообще никакое у нас сейчас с папой. Едем мы сейчас дальше. В договоре написано, что они в течение 48 часов имеют право отказаться. Но кто за 48 часов отправляет, допустим, машину, кто за 48 часов доедет до Польши? 48 часов там посмотреть до Польши, вот добраться до Польши, это нереально за 48 часов со всеми вот этими колейками. Хорошо, что мы тронулись в понедельник сюда. Хорошо, что потому что нас посылали в пятницу. Потому что все понимают, как сейчас обстоят дела на границах и сколько нужно времени, чтобы добраться до Польши. Нас отправляли в пятницу, потому что вы не успеете, ребята. А мы-то успели, а мы-то молодцы. А если приехали мы бы в пятницу, то есть уехали мы бы в пятницу, в понедельник нас разгрузили. Ладно, во вторник мы бы уже были на том заводе. И что мы бы там делали? Приехали бы на том заводе, стояли бы, и нам бы в четверг сказали, что нет. Ильза. Ну, не хочу я вас, ребятки, всех так грузить всякими, потому что это все-таки проблема наша, не ваша. Просто хотел с вами поделиться. И на этом, наверное, я видео это закончу. Мы сейчас с папой пойдем с горя бахнем по чайку. Ну, а с вас, ребятки, для того, чтобы поднять хоть нам настроение, по лайку, по комментарию. И кто еще не подписался, подпишитесь. Сейчас как раз то самое время.